необходима для бодрого начала дня. Конечно, разминка, которую лучше всего делать на свежем воздухе. Здесь, в Центральном парке, ребята уже активно разминаются. И это естественно, ведь их ждет активная программа. Сегодня мы с детишками будем делать зарядку, веселиться, прыгать и танцевать. Дети всегда очень рады нашим программам. Мы танцуем, и, естественно, они веселятся. Ребята с задором прыгали и танцевали вместе с полосатым другом. Увлекательная программа подняла настроение не только детям, но и их родителям. Мне всегда очень нравится, весело. Дети счастливы, дети довольны. Прекрасно, весело для детей. Все участвуют. Вон моя тоже маленькая, 2 годика. Тоже интересно очень. Это как бы нестандартная прогулка на детской площадке. Что-то интересное, ведь создает настроение. Нравится ли тебе программа сегодняшняя? Да, очень. Я постоянно хожу в этот парк. Он самый лучший. Программа очень хорошая, самая лучшая в этом городе. А что тебе больше всего нравится? Мастер-классы, танцы, все, что здесь проходит. Такое утро можно действительно назвать добрым. После программы в Центральном парке ребята проведут оставшийся день полными сил и энергии. Инга Янчук, Евгений Бех, Максим Константинов. Видное ТВ.